Госпожа Тю. Господин Хуан пришел в офис рано утром. Он ожидает вас. Зачем он здесь? Я уверена, что он здесь по какому-то важному делу. Идемте. Это не то, что вы думаете. Я могу это гарантировать. Господин Хуан, есть ли новая инструкция? Терпение. Я слышал, что один талантливый исследователь уволился. Вы уже знаете об этом? Это лаборатория, стратегический центр. В главном офисе следят за лабораторией. Еще я слышал, что этот исследователь – ваш парень. Мы уже расстались. То есть он ушел из-за любовного конфликта? Господин Хуан, я думаю, это неправильный подход. О личном деле госпожи Цю позаботились, это не повлияет на работу. На данном этапе талантливый исследователь уволился, как это не повлияет? Госпожа Цю, как опытный исследователь и элитный специалист, вы должны знать, что служебный роман – это табу в индустрии. Я знаю. Я не справилась с этим. Я также слышал, что вы не только встречались со своим коллегой, но и пытались свести других. Вам нечем заняться? Верно. Я свела Ли Джон Джан и Джан Юя. Но я не думаю, что это повлияет на их работу. Вы понятия не имеете. Такие исследователи, как мы, начинают проводить эксперименты. И каждый день у нас по 3 эксперимента. Это значит, что обычное рабочее время к нам неприменимо. Для нас нет понятия рабочих дней или выходных. Ли Джун Джань – старший научный сотрудник. И она уже не молода. У нее нет дома в этом городе. Ее нет в семейном реестре. Из-за своей страсти к этой работе она зашла так далеко. Поэтому я верю, что отношения с Джан Юем не повлияют на ее работу. Они хорошо ладят, когда работают вместе. Это вы так думаете. Если они расстанутся или уйдут вместе в отставку, вы возьмете ответственность? Я не могу взять на себя такую ответственность. Но я им доверяю. С тех пор, как я присоединилась к План О, я видела, как господин Ван, господин Сунь и другие не спали всю ночь из-за работы, не ожидая ничего взамен. Перед тем, как господин Ван слег, он сказал мне, что выбрал местные инвестиционные компании, потому что он надеется, что Китай будет признан на мировом рынке. Если бы не эта вера, зачем бы так много людей покидали свой родной город и жертвовали собой, чтобы работать здесь? Господин Хуан, моя личная жизнь не повлияет на мою работу. Послушайте, меня устраивает моя зарплата. И нас. И нас тоже, и меня. Что вы делаете? Вам нечем заняться? К работе. Господин Хуан. Назад к работе. Это не вина госпожи Тю. Быстро. Давайте, давайте. Господин Уходите. Хуан. Быстрее. Господин Хуан, за ним еще молода. Возможно, она сказала, не подумав, но я могу заверить вас, что с тех пор, как Цю Цзянин присоединилась к нашей лаборатории, мы стали хорошо ладить. Все с большой страстью относятся к работе. Я не знаю, кто ее оклеветал. Но я, Сунь Лэй, как исследователь-основатель План О, определенно на стороне Цзянин. Госпожа Цю, господин Ван обратился в головной офис с просьбой нанять вас, когда вы вернулись из-за границы. Мы доверяем вашему профессионализму. Но я думаю, что вам следует подумать над своим поведением. Итак, на данный момент вам не нужно готовиться к съезду. Господин Хуан, почему?